И всем привет, у меня Александр Навасов, сегодня играю в редактор Far Cry 5, уничтожение дамов номер 8 и, в общем, P226, у меня пистолет, глушитель, кошка и штурм. Итак, сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а я начинаю. Штурм, как я сказал уже, так, побежали. Это не то же самое, это не тот же самый видеоролик, где я забираюсь. Нет, нифига, это совсем другой видеоролик уже. Итак, сразу. Так, сюда сразу идем. То есть здесь уже прикол в том, что здесь уже не нужно скрываться от кого-то. И можно спокойно здесь уже стоять и убивать. Да. Так что спокойно можно ходить тут. Ну, особо, конечно, не надо, потому что это верные все-таки. И с одним пистолетом мы вряд ли всех убьем. Ну, так, ладно. Так. Ну, вообще пофиг. Так. Окей. Слезаем. Ой-ой-ой, он меня спалил. Немножко. Он даже запрятался куда-то. Ну ладно, я его отметил, он... Что хотите, то и делать, в общем. Так, ждем. Сам прикол будет где-то в конце. Он вообще не понимает, что он творит вообще, я не знаю. Убежал, что-то кому-то рассказал. Випа-то нет уже, цель другая. А ему пофиг. Ладно, пошли где. Смотрите, входит что-то. Кого-то нашли, наверное. Действительно, смотрите, бегают. Бегают. Випа-то здесь нет уже. Убили випа. Так что этих завалить мне просто 2 секунды. Так, сзади. Позже расскажу, зачем столько оружия. Один. И минус еще один. Того, которого мы убивали. Все. На этом не останавливаемся. Пишем сюда. Так, надеюсь, сюда все цели, которые были. Не знаю. Пишем сюда. Выбегаем. И у нас появилась такая фигня. Так как это новая миссия, ребят, вот эта фигня появилась здесь. Короче, смотрите. Здесь будет бункер. Значит, сюда подходим куда-нибудь. Сюда вот. И тихо вот так вот спускаемся. То есть надо вот так вот. Ни вперед, ни куда, а то если упасть, то здесь вообще. Так что ладно. Окей, взаимодействие. Открываем. Так, теперь нам надо спуститься. Как-то. Так, спускаемся. Главное, чтобы было все тихо. Так, типа, о, все. Заходим сюда. И вот наши враги. Эти. Мы валим прям всех. Вообще, по миссии мы не должны были заходить обратно в тюрьму, потому что как бы для этого не нужно. Ну, в общем, ладно. Так как я в тюрьму уже зашел, мне как бы пофиг. Валим врагов. Вроде всех убил, я не знаю. По-моему, да. В общем, убиваем всех врагов. Патронов у меня нету. Потому что их не хватит. На них, если сразу пойти. Поэтому надо сделать так. Так, убили всех. По-моему, можно осмотреть здесь бункер. То, что здесь находится. Но я не буду останавливаться на просмотре бункера, потому что это просто бункер. Так. А здесь уже загадка, то есть... Сюда, если посмотреть, нам нужен вот этот вот, то, что находится в бочках. Вот там вот, то есть. Так, как это получить? Значит, здесь вот все закрыто. Здесь даже нет смысла даже входить сюда. Тут тоже эта штука. Про это тоже дерево. То есть вот это... Видите, звучание разное. Наверное, вы поняли. Потому что звучание разное просто.
Нам нужно попасть туда. Так как клетку мы сломать не можем, потому что у нас нифига нет ни гранат, ни динамита, ничего. Что делаем? Так, здесь есть такая фигня. Ломаем ее. Так, дальше проходим. Еще ломаем. Еще ломаем. И все. Теперь здесь надо осторожным быть. Берем пистолет. И валим. Этого чела. Все. Все. Мы убили VIP этого. Стреляем по замку. И можем сюда войти. То есть здесь у нас вот это вот наша комната какая-то, которую мы должны уничтожить. Так, здесь нифига нету, здесь можно поискать лут, если он понадобится вам в следующих миссиях, но тут его нету. Если здесь как-то походить, я не знаю, вот, они свет не добавлен, так что ладно. Здесь что надо сделать? Эту штуку надо... так, извиняюсь, что-то она упала, ладно. Клэмп ее сюда пихаем, я не знаю, как это будет выглядеть. Так, ломаем, разламываем эти штуки. Ну, сейчас не нужны. Нам нужна вот эта вот хрень. Потому что если она взорвется, то... Короче, вот так вот делаем. И теперь берем вот так вот. Нет, не так, как так. Нет, не так. Не так поставил, надо... Почему она туда вошла? Надо, короче, эту фигню ближе к этой штуке. Кстати, ребята, здесь лежит книжка. Кому будет интерес, вот, наверное, будет видно. Тут книжка, вот. Она прямо здесь. Если так вот сделать, будет другой цвет. Заметили? Странно, да? Так. Все. Теперь взрываем. Надеюсь, блин, я не знаю, какую-то штуку перевернуть вообще. Ее вообще возможно перевернуть? Нет? По-моему, нет. По-моему, вряд ли. Вряд ли эту штуку можно вообще перевернуть. Ну да ладно. Окей, выходим отсюда. Надеюсь, ее будет там видно. Так, да, ее видно. И попробуем прицелиться, убить. Все. Убегаем. Просто убегаем тупо. И уже не глядя, просто бежим. Так, эту штуку, блин. Здесь просто сейчас, короче, будет фигня такая, которая будет неприкольная, блин. Из-за которой мы можем начать миссию заново, блин. Давай, заплывай заново туда. Блин, она уже набирается, да. Так. Не набралась. Она не набирается, она еще там. Потому что дверь закрыта, она не сломалась, дверь, поэтому фигня еще держится. Да. В чем прикол? Если вы ломаете этот, так сказать, контейнер, или как он, я не знаю, называется, короче, бочки с бочками с этими. Если вы его ломаете, оттуда выходит вот все содержимое, и, в общем, это убивает нашего персонажа. В общем, если это получается в бункере, все, если там будет все в этом дому, в зеленом, кто понял, то мы начинаем заново. То есть туда попадать нельзя. Так что убегаем оттуда, чтобы у нас было видно этот бензин. Взрываем бензин. Начинает этот дым распространяться. И, в общем, надо успеть убежать. Я успел убежать. То есть для меня этой сложности никакой не сделалось. И, в общем, вот так вот. В общем, всем спасибо за просмотр, что я Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. И если вам нравятся такие видеоролики, обязательно поставьте лайк и, в общем, поняли. В общем, пишите комментарии под видео и всем удачи и всем пока.